Здравствуйте, меня зовут Вероника Башко, я из Владивостока. Я только что закончила второй модуль в школе коучинга по устранению внутренних конфликтов, которую создал Павел Борисович Курисов. И сейчас хочу поделиться своими впечатлениями от этого этапа обучения. Во-первых, коучинг. Во втором модуле он выходит на совершенно другой уровень. Это уже не те робкие попытки сделать хоть что-нибудь, выдержать структуру коуч-сессии. Здесь уже начинаешь получать истинное удовольствие от процесса, от результата. Где ты позволяешь себе маленькие эксперименты, получаешь просто удовольствие. Во-вторых, проработка своих внутренних конфликтов. Она здесь значительно углубляется. После прохождения множества заданий, выполнения упражнений, начинаешь гораздо лучше понимать себя и то, что в тебе творится. И благодаря этому получаешь максимальный эффект от коуч-сессии с сокурсниками, в которых ты выступаешь клиентом. Значительная часть второго модуля посвящена отношениям с окружающими и, конечно, с супругом. Для меня эта тема была очень актуальна на момент поступления в школу коучинг. И сейчас я могу сказать, что наши отношения с мужем стали гораздо лучше. Теперь в них больше доверия, больше понимания. И мы стали получать больше удовольствия от общения друг с другом. Материал из школы коучинга о мужской и женской сущности для меня был просто открытием. Следующий пункт — это дети. У нас с мужем растет 4-летняя дочь, и раньше у меня была гора вопросов по ее воспитанию, по правильности воспитания, как бы не нанести ей психическую травму, как бы воспитать так, чтобы она получила все, что ей нужно. И во втором модуле Павел Борисович дает очень развернутый теоретический материал именно о стадиях психоэмоционального развития детей и о возрастных кризисах от 0 до 14 лет. И благодаря этой теории у меня появилось спокойствие, появилась уверенность, с которыми я теперь воспитываю дочь. И, конечно, на ней тоже это отражается, она стала мягче, стала ласковее. Если говорить о результатах, я тоже стала добрее, стала веселее, где-то, может, смелее в каких-то вопросах. Жизнь стала больше в радость. На физическом плане у меня стали крепчать ногти. Это довольно неожиданный результат. Он не был вынесен ни на какую коуч-сессию. Если раньше у меня ногти постоянно ломались, отрывались, цеплялись за все, то сейчас я просто спиливаю длину, чтобы они были не вырастали слишком длинные. Вот. Хочу отдельно поблагодарить капитана нашего Наталью Рундюк, чьей опекой я обучаюсь. Наташенька, спасибо тебе огромное за советы, за подсказки, за такую теплую поддержку, которую ты оказываешь своим ученикам. Огромная благодарность коучинг-центрам. Я обучаюсь по тарифу эконом, и у меня было на данный момент только две коуч-сессии с Александром Баженовым и Андреем Сыниным. И хочу сказать им спасибо за профессионализм, за опыт, который вы передаете, когда вы являетесь коучем, и, конечно, за вашу доброту и отзывчивость. И, Павел Борисович, вам отдельная благодарность за то, что вы есть, и за то, что вы делаете людей счастливыми. Всем, кого интересует практическая психология, кто хочет помогать людям, я рекомендую школу коучинга по устранению внутренних конфликтов. Здесь вы получите самые ценные знания и самый ценный опыт. Я желаю всем счастья. Пока-пока.